Ты сегодня где? На парке. А? В парке. Я на дворнике. У тебя клюет? Нет. Потише, пожалуйста. Что? Папа, потише, пожалуйста. Разговариваем шепотом. Почему? Потому что рыба все распугает. Ты ж моя рыбачка. Ну, лови, лови. Нравится рыбу ловить? Да. А что ты с ней потом будешь делать? Ну, например, отдам мышкам или в аквариум посадим. Или Гаврюша? Нет, Гаврюша не будет такой. Почему? Гаврюша у нас не любит рыбу. Ты ему просто никогда не давала. Так он не любит рыбу, Пашка. Он даже рыбный корм не ест. Нравится рыбу ловить? Да. Ловить рыбу. Большая маленькая. Большая маленькая. Большая маленькая. Большая лучше. Маленькую ты уже поймала. Да, большая. Как моя рыбка. Прозрачная. Как мама мне показывала. Ловишь? Да. Держи крепко удочку, чтобы не утонула. Зачем ты ее в воду опускаешь? Так рыба увидит, что ты с удочкой сидишь, и не будет клевать. О, клюет потихоньку. Надо, чтобы сильно, и потом вводить начало, да? Да. Запомнила? Да, вот так вот. Да. Вот так. Смотрите, о, удочка приплыла. Кыш-кыш-кыш. Что кыш-кыш-кыш? Утки кыш-кыш-кыш. Это наша рыба, и мы ее ловим. Да. Вытаскивать? Да еще он же не клюет. Сильно должно клевать, а потом должно что? Водить. Да. Сиди, жди. Ты же рыбачка. Да. Москва, я рыбачка по имени Кирачка. Пока нет рыбы, перекус, да? Сейчас начнет клевать. После того, как ты плотно позавтракаешь, да? Угу. Наловишь кучу рыбы. Любишь пикники? Угу. На рыбалке? Ешь, не спеши. Мы еще долго будем на рыбалке, да? Вкусно тебе? Сейчас рыба червяка твоего унюхает. И тоже будет ей вкусно, да? А мы ее цап-царап. Вытаскивай. О, ты поймала рыбку. Ура! Еще одна рыбка у тебя теперь есть. Большая? Да. Да? Куда ее? В пакетик? Может создаваться впечатление, что Кира просто пьет сок. На самом деле она подманивает свою очередную рыбку. Уже четвертую. Угу. Да? Есть такая примета. Поесть на рыбалке к улову, да? Угу. Так что берите обязательно на рыбалку с собой маленький тормозок. Да? Да. Да, стой. Что? Сядь, а то рыба тебя увидит и не будет клевать. Клюет? Поклевывает, да?
Нравится рыбалка? Да. Что бы ты еще делала, да? Дома сидела бы? А рыба — это природные материалы? Хорошо, когда на рыбалке видно, как клюет рыбка или нет, да? Не надо. Я думаю, да. Там зацепилось что-то. Еще не зацепилось. Водоросль какая-то. Нет. Там все нормально. Что, напилась? Вон, смотри. Видишь? Вижу. Зацепилась. Ну что, кормишь? А тебя там клюет? Нет. Она достать не может, видишь? Угу. Ладно, вот, ловите. Поймал. Все, поймали. Все, сколько рыб у тебя? Пять. Покажи рыбешку. Она ушла в лодку. Вот, у меня здесь. О, какие рыбы у тебя там. Вот, туда все сидит. Пошли, еще одну вытащишь. Пойдем. Сейчас будет клевать и вытащишь. Главное подождать, да? Да. Надо отойти, чтобы